точнее, не Анзак Мотор играет. Любители моторов играют на моторе, может быть. Тикало, блядь. Нартак и Анзак Мотор. Ну, Тикало. Так, у меня вроде... Все хорошо. Ага. Интересно. Мотор. Интересно. Ну, тут как бы... Сейчас сторона надо смотреть. О, заебись. О, кайфик. О, хорошо. Повезло, повезло. Тут перевертаться. Прямка, как бы так его поставить? Вот, наверное, ладно, сюда. Да, нет. Сюда. Так, а кто там дефает двойку в таком случае? Ну, у меня ж колесные зенитки, то я поеду. Что, мы долбимся на фокстроте или все-таки душим город? А, ну мотор. Но город мы вроде мотора не задушим. Да. Опять мотор, опять он нас загоняет в рамки. Блин, мардеров нема. Ну смотри, я бы на том месте приехал спокойно на Индию. Вот так. Только, ну, тебе по сути самое главное, чтобы он не доехал вот сюда, не начал запихиваться. Вместе с Саней. Саня тогда, скорее всего, даблит вместе с ним. То есть, ну, либо они рашат двойку. Двойку я просто капитально прикрываю в таком случае. Ну так, вот разметка главная. Сразу кину этих малышей туда. Дапы будут. Дапы будут. По идее, да? Ну, я 104-й возьму. Я, наверное, все-таки со старта возьму топ. Я возьму к себе Марк 2. Леопарды. Хочу гасать туда-сюда. Немножко механизации дам. Закину что-то Трупина по-быстрому. Еще рекомендует. А, че, могу с собой сразу на голь бронетанкового командира взять, наверное, поставить, да? Второго, да. Или вертолет. Ну, вертолет не опасный, бронетанкового поведу. Плюс заодно не заснайпят. Хотя им снайпить особо нечем, кстати. Если что, поменяю. На кассеты. Только. Ну да, по сути, даже кассеты говна, а то камса нет. Играть в компьютерную игру нечем. Если не знаю, мне хватит двух мавагов вот этих вайлдкатов, чтобы задефать двойку. Или взять какой-нибудь штормер еще на придачу. Ну, если ты его замикришь, то хватит. До двух-то точно хватит, я думаю. Но если они радарник не выкинут, а если выкинут... А что там синий? Да хватит. Уже нету ничего интересного. Короче, беру штормер. Пехоты надо побольше взять или фаер-саппорт, вот я так думаю. Ну, я взял танчик. Если ты не успеешь запрыгнуть в город, придется его ДПСить. А у нас с этим я на самом деле проблема. Должен успеть, я думаю. Арты нету. Сейчас разведаем, самое главное. Думаю, нормально будет. Поедут в город, начнут душить Индию. Но там так и так душка Индии пойдет. Мы в ответ душим Фокстрот. Может попытаться вместо этого дерьма прокинуть эскортик на Чарли. Вот на Чарли я бы прокидывал, кстати. Вот справа да, они, возможно, не успеют зачекать. Дапы, скорее всего, будут лететь на... Ты понял, на левый фланг. Ладно, так, вот так, вот так. Того 60... О, 65, прекрасно. Ну, прям по стелсу прокидывать или на в лоб? Ну, по краю прям. Ну, вот. Мне в прошлый раз эти здесь не вообще, типа, на дельте почти ни хера не было, то есть ты можешь по такому маршруту просто облететь. Типа, и все. Рыди? Да. Ты нажал? Нет. Видимо, все, они. Поехали. На них там план, заготовочка. У нас тоже заготовочка. Точка поменьше, но может так и лучше. Сильно не выдумывали. Точка скорее постарее, чем... Они что-то выдумывают, скорее всего.
А мы ничего не выдумываем. Ну, с той стороны, да, надо что-то выдумывать. Там-то хоть можно двойку запушить. Ай. С базы, смотри, ничего не летит. Пока ничего. Сихарер. Опять. Воюй. Не ждем. Мимо. Не ждем. Стум. Минус. Дапы? Это деф, походу. Эскорт можешь пока приземлить? Вон. Город, да. На город, да. Много, немного. Ну, я с 11 копню. Отбомбить сразу. Окей? Да поебал, да зачем? А чё, там, пусть? Да конечно, просто... в стаке пока. Ладно. Дозвать что-то трупинов. Так, и деф этой хуйни всей. Вот так, вот так. Я бы на Чарли просто кашму искал на твоем месте. По горам пролечу и влево поверну. Блять, он меня видит. Видеть. Кошмар пехотный, возможно, где-то. Ну, давай. Отлично. Я куплю на хотел командира, ты пока воюй, хорошо? Угу. Акав тебя долбит. Акав не выиграет никак. По идее. Блять, Викерс хоть попадет раз, было бы прекрасно. Таком видишь, режь. Угу. Блять, меня что-то уебало. Угу. И еще раз. Купил командира, хотел. Ну я думал, что еще можно дозвать, а ну вот этих мальчиков. Ладно, леопард. У тебя тут челик есть? Поеду отбиваться у себя. Братик, ты попутал. Немножко. Батя, у тебя фон наваливает. Спасибо, Даша, сделал себя погромче. Не, я сегодня делал погромче, просто я не знаю, как объяснить людям, попросил не делать так, как они сделали. Но все как всегда. Так, бомбер готов, полетел. Для кого бомбить, на трессов или... Слева, не, похуй на трессов. Если будешь бомбить, бомби лево. Так ты это убил все слева. Так а на трессов хули бомбить. Ну да. Я их сейчас бомби. Так тоже зарежу. Даванул еще кошму на Фоксрот. Что тут за леопарды первые? Сейчас чалика верну. 111 без урона ушел. Скоро будет снова готов. Придется поднять. Да хватит трахать на трессов. Ну, 24-я. Так-то. Сейчас я вижу. На борт влечу. Нет, не влечу.
Вижу зато Штормер, сейчас ебану его. Минус Штормер, ушел. База, откатывайся, да. О, катился, пойдут на трассу дотрахивать. Копить топ или достать гаубицу? Кошма, мне кажется, нужны. Еще одну? Давай, я беру тогда кошму на Индию. Продолжай покупать армию. Не бать, он навез. Да, он этот угол будет до талого душить. Ну да. F-111 готов, могу вылететь. Вылетаю. Дельта фарш бомблю. Минус кошма. Где, блядь, Марксман, вот он. Натерсу додушишь. Хорош. ПВОш от АПФ-104 вообще ничего не выстрелило, эскорт. Не, норм. Лапку трахает. Так, Royal Mariков кидаю левее. Ты кошму... Купил на Индию, и на Фоксроте уже есть, всё. Да, это я, то это на Фоксроте всё есть. Делал. Я себе докупаю говно пока. Я сейчас достану. Наперед. Появился истребитель. Какой-то самолет Hornet C. Понял, увожу пока машину. Ну и пизда, по идее, я ничего не сделаю. Ничего, попытаться помочь. Не, он ушел, кстати. Может Хок его ставить? Да уже едет, я же не говорил. 111 готов. Если еще все повешу. Да не, у меня походу все, я походу леопард тебе перекидываю. Но у него же 24 сейчас откопится обратно. Да, они даже налево уже переехали, но... Пускай я заезжает. Понял. Мой лес чудесный. Здесь стреляют. Угу. Пускай заезжает, мой чудесный. Взял еще Марк 2 на мид. Сразу саплайку под хиос. Ну, могу потихоньку копить кластера на 24. А они, кстати, без ремонта, слушай. Я могу просто фугасами их захуярить. В теории. Можно слева вообще ПТшником вылететь, дочь. Ага, там фантом в воздухе. Да пока да. Не спеши. Успеет слиться. Я могу кластера СИЗО пока достать. Один хуй могу позволить. Давай, я второй топ тогда достану. Еще пехоты довезу себе. Линксы пока хочу. Стачу к тебе, если что. Менеджер, отведи вертолетик. Менеджер приехал. Я приземляю. У них же тоже фугаса нет. Ебать, как картина Репина. Приплыли. Шо одних фугаса нет, чтобы отбомбить, шо вторых. Эскорт по левому флангу облетает. Эскорт по правому флангу облетает. Там... Справа ловлю, если чё, похуй. Придефа на база, ну давай еще так. Тыкну фалькон. Чё-то сбил. Все нормально. Гринджекеты у тебя уперлись. Купил кластер СЗО. Да, так, позвать.
Ударники сейчас могут пойти. Ну, вот твой эскорт. Все, минус эскорт, хорошо. А, вижу танки, ебашу сюда кластером. Про другие, но один хуй. Блять. Марксман Челленджер. Как тебя видно-то? Я вижу. Отсветился, хорошо, не ссы. А, рекона чуть-чуть тебе надо. Где едет уже? Ну там чертейны приехали. Ну да, он, в принципе, тут стоял, вообще до конца жизни будет. Еще и Мексиком сюда зову. Ну, поэтому ебушим. И спама вызову. Я думаю, готовить заезд на Чарли, на похуй. Ну, можно кашу, хотя бы блядь, тронуть будет, да, и раздергать их. У них птуров нет, вот они 8 минут можно сейчас покопиться, а потом как въебаться на похуй. Эскорт справа, попытка облета неудачная. АГС минус, хорошо. О, ланс, у них ланцы есть, или что? Ну да, пизда нам. Обидно, да? Ну такое, а не. Не страшно. На самом деле не страшно. Оптур встал, наконец-то, вот здесь. Ну-ка, еби вот это, ты подъеби пехоту, все будет хорошо. Там масла в ТО-2 внимательно. Может, я вижу, я хочу приехать его уебать. Он что-то едет. Что это? О, никуя. О, второй чалик вылез. Окей. Хорошо. Неплохо. Летит что-то, пизда. Все хорнет. Спасать рак. Такое. Ну да, ну чалик. 24-й уходит, слышишь? Все, с эхо ушли, походу, они. Ну, это да, так, вот так. Так. Короче, спам есть, инфа надо, значит. И что, свои топы выкапываем. Я бы хочу дальше на треугольник кассеты, взять. Кассеты надо по чалику залить. Готовы. Все, ты ебашу в ту сторону. Отстань. Сука. Ех. Миномет у тебя в атаку поехал. Нормально все. Кошмар встала? Да. F-111 готов. Может откидать это поближний, там где птуры вон стоят. Вот сюда условно. Какую-нибудь пилюльку выкинешь, и я отбомблю. Бесплатно, так сказать. Да. Ну давай. Я полетел пилюля, и летит опять какая-то дерьма. Wild-Wizzle. А, Wild-Wizzle. Прикольно. Видит меня этот Барабрамс. Не надо. Ничего, он убил? Потерял. Ничего, он не убил. Сам не падает. Короче, буду опять тоже себе ляпать. Отбомбил свободно. Кошмар сдохло. Что-то тяжелое досталось. Беру танковую. Да будет подкидать по этому, вы Чарли. Куда откидать? Что откидать? По двойке, когда будем заезжать. Окей. Ой, это уже это опасно.
Хорошо. А 111 придется, можем просто по 24-м закинуть. Только чуть раньше гори, потому что мое говно медленно летит. Я понял. На территории ловли забеги на фокстроте. Угу. Велик едет. Сто одиннадцатый готов и взял кластер. Давай лети, разменивай. Летел. Полетел на 24-ки. Откинулся. Это перед кликом не попали. Ладно, хуй знает. Ну, они, мне кажется, пофиксили на самом деле рейт-клик, потому что я последний раз рейт-кликом попадал, блядь, года 3 назад. Я понял. Каждый раз жму и каждый раз на... Ну ты, о, подборд, хорошо. Смотри, она может сейчас еще откиснет, если негр в леопарде. Откисла. Все, хорошо. Блять! Лэнс уебал так уебал. Живи, просто отходи. Я сейчас на смену приду. Так, я свою кошму пока сейвлю. Чалик, достаю пока. Сейчас ответные вылеты будут. Да хок отвезти. Так, я твой чалик достаю второй, да? Хам ВЦП уходит. Кластер скоро перезарядится. Будешь бомбить двойку. Окей, но он ремонтируется, это будет дольше. Ну вот, ну, понятно, ну, как раз по таймингу все будет заебись. На тебя спама закину. На тренды что-то руководство надо. Я кассетами по чаликам накинул. Ну, о, один даже... Второй чалик достаю, попасть. Правильно? Чалики начинаю доставать. Да, стоит. Да, да, в топы, тут сейчас будет ёбка топа. Этот чалик побитый, другой не побитый. Короче, пойдет. Больше соплаек даю. Це хорнет. Ну, поджопник дал на ремонте. Кластер готов, но там фантом в воздухе, я боюсь. Какие-то проблемы придется... расчехлять на запасы. Кошмар вернулась. Кидают это кластеры. Блять. Кошма обнаружена. Уничтожена. Ебаный Лэнс.
Не знаю, умерла или нет. Нет, не умерла. Второй челленджер, вступаю в бой. Наверное, давай ты больше спам будешь кидать, он эффективнее. Ну давай, да, второй чалик и... А просто надо кошму ставить, давай я хотя бы уже в этот поставлю. В угол. Готов... У них танки не добиты, я готов вылететь. И на чалик можно вылететь, видишь, чинится. Я полетел, полетел. Только кассеты летят на летящийся, хорошо. Чинящийся чалик. Но тогда кидай по ближайшим кидаю. Опять мимо. Ну ладно. Ебать, у тебя там командосы. Еще в курсе, где они? Да, да, воюют. Работает. Охуеть. Так сказать бы. F111 готов. Толки. Сейчас будешь. Ну. Хуй знает. Надо чуть-чуть подождать, и можно на двойку к ним заехать. У меня просто я все израсходовал, чтобы эту атаку отбить. Подготовилась на двойку. Хорошее преимущество набираем. NBK, как всегда, наимил чизов, а чизы, как всегда, есть лучший геймплей. Challenger Marksman буду сиды в следующий раз добавлять. Хамвит CP едет, они что, не поняли? Они не поняли, кто убил Хамвит CP, братан, это Габелла. Блять, ну не знаю. Они не поняли, братан, они не поняли, да, они не поняли. Они вообще не поняли. Вообще не понял. Ну сейчас они, кстати, могли и понять. Милан сюда перебегает. У тебя один Нью-Корк? Два. Могу второй купить. Вот надо будет два весь город занулить, потому что там какой-то пехотный зеничек был. Ну беги, хоть стоишь. На next time хочу сиды, короче, поюзать. Я еще, наверное, думаю, надо какой-то Challenger Marksman купить на гольф. Вдруг какой-то эскортараж уже копится. Так, что ты, готов? О, минус кошма. Победа. Я поехал, я скажу, когда бомбить. Хорошо. Я еще сейчас Royal Mariков перекину и с линксами. Соспарь танки правильно. Чтобы не было хуйни. Так тут, ладно. Так, а как еще? Ничего не понял. Нормально. Чтоб чалики с чаликами. Ну, сейчас левый чалик к челику приедет. Два первые, хватит. Бомби, полетел. Полетел. Мне город именно бомбить? Да. Я тут парашек, это правда. Да бля, ну... Ну да, так легко не получится, на самом деле. Нормально, нормально, нормально. Сихорнет. Отсветился. 2-5 минус. Да, ну, в середине дыма. Ладно, врываемся. Пока обосрутся. Ну, тогда всю армию сейчас давай не на Чарли, которую можешь вызвать. Сингер Си. Тут пробиваем.
почему? Вторые уводи, челики. Угу. И там ПВО справа не хватает. Марксман едет только. Ланц. Кластером полетел на ближние цели. Ну и Селера подождем. Таком обнаружен. Прыгаю, прыгаю к нему, я еще элиту сюда вызвал. И уже тоже есть элита. Где мой марксман, сука? Ну, че так долго? Да, кошмы у меня нету на двойку их. Вызвал. Вызови на гольф дешевую, а я дальше продвину свою танковую. Хорошо? Угу. Плюс. Надо что-то решать, кстати, с медлом. Сильно идут, на самом деле. Нормально, нормально. А уже не нормально. Нужно ПТшникам их наказать, мне его надо накопить. 40 поинтов. С-111 готов. Ну, справа может бомбить черный. Кого именно? Ну, он команда себе. Вот. Плюс. Вот туда вот, на край домов кинуть. Похуй на натерца, тоже их бомби. Может, кошму еще заберет. Фрезереров на меду подмикри, чтобы они по танке не поставлялись. Плюс. Я кассетами по этой хуйне залью. Он не залью. Так, ПТшник взял. Как только будет возможность, вылечу. Кто? Ты. Я? Завис, да. О, пропустила. Не надо мне такую хуйню сейчас. Дудас, и снова горит. Так где их такому же минометами? Они достают. А я сейчас с ралмариками подпрыгну, забей. Так, твоя кошма становится, я поехал танковый. Похуй, поле пока поставил. Вылетел кластером по готовности. Полетели на мид. Плюс. Накажем эту хуйню. Я в штормер упорюсь. Или сейчас. Давай, поймем, штормер лучше упори, я еще не встретил. А ты его сейчас маму убьешь. Не факт. Не, ладно. Что-то все там уже, походу. Отказ от продолжения боевых действий. Подписан. Сука, стингер. Ты чалик, походу, ну да. Похуй, живет. Да ты их уебал. Наверное, не знаю. Да не наверное, уебал. British Armor? British Armor. Не, нихуя. Ишь, ты еще кошмонов на строите уебал. Ну все, победа. У нас рассинхрон нет? Мне умер Марк второй. Прием. Марк второй? Справа. Но я не вижу никаких Марк второй. Ну все. Но мы выигрываем, давай так. Давай. Блять, давай истребу уже накупим. Там какие планы какие-то. Ауч. Танки не можем отчинить, конечно. Что надо ему сказать, что-то, блядь, кластеры не напрацуют. По ощущениям. Ну и неу. Чё ждем? Да, кстати, чё ждем? Надо марксманов на заказывать под базу, там такое расставить. Угу.
Вот этих прикольно. Они же не доебутся, то, что я там танчики расплетил, когда Сихорн на Марф 2 летел. Один раз же можно. Один раз можно, идут на. Не, я вообще их засплитил, то есть, понял, они едут расплечены, я их засплитил, потому что я не понял, сколько их там едет, короче. Так, там корп марики, сейчас отбомблю. Надо только вижен на них. GG, GG. GG, блядь. Ой, бля, как старая добрая. Что-то я не понял их плана поэтому. А, ну F111, конечно, нарезал, блядь. Ну, двойка по причине это... невозможного да. взять. Не, слышишь, ну реально, реально, кстати, ну, Стас молодец, нам выдал, блядь, совет про F111. Я даже не подумал сначала, знаешь, по привычке, что типа, ну, говно.